Hey, приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрей. Надеюсь, что сегодня в вашей душе станет чуточку теплей. С игрой Цивилизация 2. У нас здесь Рим, у нас здесь дороги, у нас здесь некие фермы. И у нас здесь небольшой остров, на котором, в общем-то, мы и сидим. И совсем чуточку пердим. Потому что ни с кем мы не соединены, а значит и не с кем нам, так сказать, вводить дружбу. Офигенский тронный зал, конечно. Сот 94 золота. Да. Нормально, нормально мы устроились. Так, стадион, стадион. Давайте гавань. Ну, еды там. Самая минималка, поэтому почему бы и нет. Чтобы хоть чуть-чуть поддержать население. Между тем уже 900 золотых. Оракл действует из-за богословия. Ну что ж. Зато он у нас по-прежнему есть. Этим годом. В Неаполе недовольная. А если мы завершим водопровод? Тоже недовольные. Ну давайте так сделаем. Видит, построил поселенцы, и поселенцы тут тоже недовольные. Что будешь делать-то? В другом одни охреневшие сидят. При этом нам нужен банк. Наверное, пока не стоит. Так, Рим уже банк. Блять. Биржа. По поводу недовольных. Так. Резко много недовольных. Водопровод.
Им это ничем не помогло. Ну тогда... Вот одного бомжа сделать. И даже стадион надо построить. Кумаях восстановлено. Завершим заодно университет. Бии восстановлено. Но здесь только строят банк. Риме восстановлено. Здесь только строят биржу. Рим, кстати, наконец-то поднялся. 8-й левел стал. Умеет, магиот, практикует, походу, наш Рим. 1570 год, между тем. Сот золота. Ну, кстати, в верхнем городе нам проверить. И в Гиспалисе. Что-нибудь там ускорим, потому что... Гиспалис, конечно, не самый новый город, но он отдален, поэтому... Строите стадион пока. Кумай университет. И лидерство. Драгуны, окей, окей. Давайте в физику пойдем. Университет нам уже не нужен. Биржам для денег. Так. Тут библиотека. Завершаем. А, Виконий, ну ладно, завер тоже поможем. Там у нас солдат для защиты, потому что у нас на самом деле защиты-то почти нет. Если вдруг какая-никакая войнуха, то у нас ни хрена нет. По фактам. Можно раскидать, что у нас ни хрена нет. Тогда можно будет смело сказать, а какого хрена у нас ни хрена? Ни в три хрена. Поэтому надо бы что-то все-таки сделать. Так, библиотека в Гиспалисе. Ну и в Гиспалисе, само собой. Делаем, наверное, пушку для защиты. Потому что обороны вообще никакой нету. Тут, само собой, народ беден. В первую очередь надо же храм построим, чтобы более довольный народ был. Ты просто укрепишься пока что. Так, дорогу тут уже вроде кто-то, да, кто-то, ну, предыдущий поселенец строит, так что... На данный момент там она прям нам сильно не нужна, так как уже строится. Блин, библиотека херачит и херачит. Я так понимаю, какой-то... Управление государства демократия. Вроде бы демократия вообще хреновая на самом деле. Нет, республика все еще работает. Мне кажется, не будем мы на демократию переходить, но ее в сраку. Ранее счета. Между прочим, почти уже 3500 населения у нас. Так, дорогу. Тут все так же дальше орошательством занимаемся. И продолжаем орошательство. Вот с
подсказки выключены у нас, кстати. Забавно. Храм только строится. Ну, в принципе, храм можно тоже купить. Это все-таки новый город, да и храм довольно-таки дешманский стоит. Здесь уже все будет создано на следующий ход. Здесь биржа еще долго, но, может быть, да, давайте за 170. Не зря же все-таки мы деньги приобрели. Думаю, время, на самом деле, их потратить. К тому же мы тратим на то, что, по идее, нам еще больше денег даст. Так что это вроде как выглядит даже нормально. Это выглядит даже, друзья, нормален. Все, уже 1600 год будет скоро. Да, население перевалило за 3550. Ираконий второго левела стал. Целый, друзья, второй уровень. Вах-вах-вах. Просто. Построили храм. Отлично. Да, и теперь вот вы будете делать у нас рынок. Вавена стадиум построила. Ну, в принципе, и так вроде всем довольны. Можем гавань для еды сделать. Биржа, это вообще великолепно. Хотят теорию Адама Смита, чтобы мы сделали. Не знаю, нужна ли она нам. Были в Пизе. Что-то сомнительно. Давайте пока лучше библиотеку. Вот может в Помпеи здесь. Хотя тут тоже 8 человек на самом-то деле. Тут намного быстрее сделается. Тогда давайте. Тогда ладно, фиг с ним. Давайте сделаем. Так, тут у нас дорога завершена. Можно парня отправить куда-нибудь. Так вот смотришь на золото и постоянно хочется сказать само себе 5923 голды у тебя. На самом деле хер. Ну, в принципе, почти 600. Но в любом случае, главное, что она в плюсе хотя бы надо. Это лучшее, что придумать. Так, купить орошение. Так, все, дорога, кстати, готова. То давайте тоже орошение купим. Все, жарим, все дела. Давайте немного подмагнем ему. Как-никак наша столица. Столица наша много всего делала, чтобы вся империя наша могла... Хотя, какая нахрен империя? На самом деле, империей, наверное, можно назвать те страны, которые занимаются именно завоеванием других государств. В данном случае мы все-таки реально страна. Монархия, монетизм, воинскую страну. Так, Антиум построил гавань. Чё у вас тут с едой, излишек? Ну, много прям не сказать, что много излишек. Так, это ж науку нам бафает, да? Что это бафает? Да, вот этот старикан бафает науку. Давайте немного науку бафнем. Адам и Смит и хорошо, но мы будем делать пока что биржу. Пока у нас деньги, не ошибаюсь,
идут еще в плюс, причем, наверное, ну, вроде как неплохой там плюс. Вроде где-то в районе 40, так что можно немножко и науку начать подбафовать. Так или иначе отстаем от других. Так, это у нас пойдет Виракони, и там будет немножко помогать с орошениями и так далее. Или даже, даже другой пускай это будет делать. Конкретно этот пойдет построить новый город. Так, в Кумасе можно будет также еще одного поселенца забацать. Как я это вижу. Да, корабликов нет, исследовать нечего, поэтому ходы у нас сейчас вот такие вот получаются. Просто минималистичные. Построил. Облагораживает Помпею, это весьма долго у него тоже будет занимать. Потом он к Пизе кое-как переберется. Даже... Но опять же, долго этого ждать. Кстати, надо будет проверить, что-нибудь побыстрее завершить, пока деньги. Что у нас там? Наконец-то мы дожили до того момента, когда можно. Сибирские ученые, Ланскрас. Нормально. Довольно быстро. Стрелки доступны. Хорошо. Давайте закон тяготения теперь. Так, города. Биржа в Риме. Сколько будет стоить? 200 монет. Но все-таки это Рим, поэтому... Рим это святое, друзья. Так, давайте тут науку. Ну тут уже почти, поэтому даже не нужно покупать. Кумаи, вот... 166. Ну и пока, наверное, все. По итогу-то мы на самом деле прилично потратились. Все-таки в запасе нужно что-то оставлять, я считаю. Так что будем опять немного восстанавливать баланс. Кстати, Виракони между тем уже третий стал. Нормально. Растет. Даже без орошений все равно растет. Так, отлично. Кумай биржа. Надеюсь, это неплохо поможет. Пока пускай стрелков подстроят, наверное.
Так, бомжа попробуем переделать. Торговца посмотрим, будут ли они жаловаться на это. Рим тоже биржу забацал. Но при этом Риму биржа... А, ну мы тут изменили этого на науку, поэтому... Да. Недовольны. Ну тогда стадиум, действительно. Что уж делать. Китайцы там херачат соборы. Тупо, наверное, из Лего. Нашли Лего на складе. А давайте построим собор. Пьют. Все. И за два дня. А Кумаи недовольны. Ну да, как я и говорил. Тогда бомжа им возвращаем одного. Пусть бомжует себе дальше. Видимо, ему слишком сильно нравится это дело. Он мог его променять на какую-нибудь другую хренотень. Равнинские. Ты построил собор. Можно его с этим только поздравить. Послать заодно куда-нибудь. Ну и поздравить можно. Равенна у нас имеет гавань. Гавань не имеет Равенну. Пока что, в своем случае. Пока что мы построим биржу тогда. Май порядок. Тут солдат делается. И первый банк у нас. Хорошо. А заодно давайте университет забацаем. Так сказать, отметим строительство банка. Так, город у нас здесь. Эту клетку захватывает. Сколько, кстати, сейчас у нас монет прибывает? Все-таки мы тут новых зданий понапили. Любопытно взглянуть. Тут 3 на данный момент. Когда сходят все остальные, причем под себя. Потому что у нас противников, кстати, друзья, меньше на одного стало. По счастью, мы все-таки упали на 4 место. Ну, бывает. Ну, да. Поменьше 40 получается. Это и не удивительно. О, Гиспалис, пуху закончил. Шо? У вас проблемы с эргономикой, но для начала вы стены построите. А пушка просто укрепится. Пушка, конечно, мне всегда нравилась. Просто гигантская такая, не знаю. Какой-то гигантский котел, из которого, по-моему, ядро просто должно вываливаться. Такое же гигантское, просто катиться и давить всех. Потому что, ну, иначе смысла даже нет. Боунально нету смысла. Бованально. Друг, один отряд, отряд укрепления, Гиспалис. Такс. Где тут, кстати, нам строить? Я хотел... Вроде бы где-то здесь. Ошибаюсь, наверное, туда, да. Так, орошение тут получится построить? Меж тем Помпея тоже до 9-го апнулась хотя бы. Уже хорошо, уже неплохо.
Да, при этом мы ни с кем не дружим, ни с кем не воюем и вообще ничего не делаем в этом плане. Просто строим города, строим там здания. Даже вот армию, не знаю, только пару вот юнитов сделали. Пушку и, получается, стрелков. У нас даже юнитов средневековья как таковых не было. О, закон тяготения, нормально. Яблочко. А, это пахарик, который упал. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Паровая машина, монархия. Давайте медицину немножко. Надо же самые богатые конторы в мире наконец-то создавать. Которые имеют этот мир и зарабатывают поближе. Имеют в анальные шчели. 3 740 миллионов. К 4 идем, между прочим. Так, порой смотришь, вроде бы кажется, что не сильно как-то улучшается что-то. Но по чуть-чуть все равно рост идет. А че Неаполь-то? Стадион тогда завершаем. Заход до завершения решили побунтовать. Ишь, какие хитрые жопоногие пацаны. Да, и вот сейчас уже 3800. Казалось бы, один ход прошел, мы все равно уже улучшились. Просто best of the best стали. Из стали. Но в целом на этом континенте я бы уже, конечно, наверное, не строил бы городов. Как по мне. После строительства этого просто уже, ну, навряд ли будет как-то особо смысл что-то еще пытаться делать. Так уж на соседних островках. О, порядок установлен. У вас и так один вон бомжара, Элвис. Вы что, еще хотите это сказать? Давайте вот каравеллу мне забацайте одну. Пить город. Что это у нас будет? Лук-дуни. Why not? Почему бы и не лук-дуньку делать? Ну, по луке вещей, да, стрелка. Все-таки об обороне нужно думать хоть чуть-чуть. Так, в Кумаях у нас, кстати, кто-то же был. А, нет, никого не было. Туда укрепление чуть. Хоть чуть-чуть будем его наконец-то об обороне вспоминать. Вроде как ни с кем, конечно же, не воюем, но все же есть неприятные моменты. Вообще, на самом деле, хотелось бы хоть с кем-то бы немного дружить. Потому что я не знаю, с кем мне в дальнейшем, если я все-таки начну воевать, то воевать. Думаю, с Китаем. Как раз надо мной ближе всех. Так можно к французам, испанцам попробовать пойти и яйца подкатить. Надо бы только дипломатов забацать где-нибудь, хотя бы парочку. Лучше побольше. Так, библиофилия у нас тут началась, да, пацаны? Должны создавать караваны. Прям сильно должны создавать караваны. Колледж Ньютона. Но раз прям хотят, чтобы мы создали, я просто не вижу большого смысла, но... С Помпеей-то особо там и не поторгуешь по-хорошему. Что можем ускорить? Что у нас тут? Где что у нас тут? Этого долго, это только начали. Рынок, кстати. 58 монет не очень много. Стрелки, а сколько стрелки будут стоить? 148. Немножко дороговато, поэтому пока нет. Пока нет. Равноправие женщин строят. Китайцы, ну да. Верю. Тире не верю. Китайцы. Так, рынок. Уже 4, кстати, жителя у вас тут. Ряды есть какие-нибудь? А, вот тут построили. Так. Давайте библиотеку одну сделайте. Раз на то пошло. Можно, конечно, вот тут еще напротив Равена чуть выше один город воткнуть.
принц. Будет, ну так, условно более-менее. Сюда. Ура, закончил. И теперь тебе всего-то нужно почти столько же будет еще орошений сделать. Всего-то навсего. Всего-то навсего чуть-чуть столько же еще орошений. Да, из-за того, что мы не на материке, конечно, у нас нет никаких экшенов. Никто на нас не наезжает, не пытается нападать. Вообще всем тупо насрать. Это, по сути, и я тут сижу, думаю. Повоевать с кем-нибудь. Так, всем остальным по боку. Хотя они, в принципе, тоже могут приплыть, высадить кого-нибудь. Я-то помню. Враги могут такое спокойно делать, и война будет. Города будут пытаться захватывать. Поэтому вот я и хочу, чтобы в основном... Ну, желательно, чтобы в основном, как бы, на одном материке все находились. Медицина. Что дает театр Шекспира? Охуенная польза. Так, ну давайте... Так, тактикулить. Помпеи недовольство. Причем мы тут строим кое-что полезное. Ну, наверное, полезное, правда. Надеюсь, пользу даст. Тысяча 1700 на носу. Кто может вспомнить, что было в 1700-м? Пишите обязательно в комментариях. Так, библиотека до сих пор херачит технологии. Прям красавцы. Прям люблю, целую пацанов. Сколько ж полезно. Это самое полезное, по-моему, здание в игре. Но это, ну, я, там, так как по-английски пишут, не знаю до конца. Может быть, еще есть какие-то полезные, но просто технологии тебе на халяву в итоге выдает. Есть. О, вспомнили. Вспомнили о своем любимом правителе. Давайте леса сделаем. О. Тупо ремонт идет. Восстановил порядок в Помпеях. Это хорошо. Только делать мне все равно нечего, заканчиваем. Вот. Да, кстати, 4 ляма уже. Лукдуни до сих пор первые. Дракони тоже пока что медленно растет. Но уже 4 хотя бы. Не помню, конечно, сколько городов вообще мы должны, возможно, сделать. Все же. А, кстати, в Риме, в принципе, можно было... Или где мы там? Где мы там Чудо Света? А, мы Чудо Света строим на этом, на острове втором нашем. Так, в Кумаях у нас укрепиться можно. Автоматом делают еще одного. Дредноут. Вот это мощь. Бережная крепость, статуя свободы. Зифелева башня или Эйфелева. Колледж Ньютона, театр Шекспира. Прилично всякого дерьма можно понастроить там. Давайте Шекспира попробуем театр забацать. Почему бы и нет. Добавим щитов. Вот. Закончим ход.
Отряд сделал ход, друг один отряд. Еще библиотека нам хреначит технологии, монотеизм в итоге. Просто знаете, это как будто бы у нас в рабстве другая цивилизация находится. Кумай. Кумай недоволен. Ну ладно, ладно. Вот вам бомж, радуйтесь. Так, в Неаполе мы забацали кораблик. Тут, кстати, есть оборона какая-то, ни хрена подобного. Тогда давайте пока сделаем стрелков. Ты плыви куда-нибудь. Кто-нибудь поближе к Риму, там попробуем, может быть, дипломатов настрогать, ну или, не знаю, надо посмотреть. Может, в Антиуме, кстати, 9 уровня. Надо будет чекнуть, что там в Антиуме сейчас делается, чтобы в дальнейшем тоже знать. Антиум, Антиум, Антиум. Ну, пускай завершит. Как раз потом вот займется дипломатами. Так, а ты просто пока спи. Будешь ждать создания дипломатов, собственно говоря. Сколько вам китовин повезет? Медь, золото. Давай медь. Или минуточку. Во-первых, у нас делается чудо. Давайте поможем вам. Пускай будет продовольствие. Ты построил биржу. Это хорошо. Это денег нам должно прибавить. Делаем дипломата тогда нашего первого. Порошаем. Ты пойдешь в Помпей. В принципе, даже пускай еще одного делают. Будем помогать с ускорениями. Помпеи. В принципе, если подумать, с помощью вот этих вот караванов можно неплохо так ускорять строительство. Чудес. В одном городе строишь караван, в другом строишь чудо. И вот таким образом ускоряем. Зато даже вот двигаться теперь за кого есть. Ходи, ходы делать. Не просто нажимать кнопку закончить. А прям ходыт, ходыт. Так, им стадион. Давайте поможем. Университет тоже давайте. И сколько тут читов? 9. Но они, в принципе, быстро довольно закончат. Хода 3, наверное. В принципе, давайте все-таки поможем тоже. Дипломат. Тоже поможем. Ума это долго. Это
долго все. Биржа это хорошо, это мани. Это муни. Так, библиотека тоже давайте поможем. Ну и все. Подускорили неплохо, что могли. Пока дальше опять денег покупим. Тактикульными становимся. Мобильные войска, автомобиль требует. Ого. Понаоткрывалось-то. Фундаменталист. Давайте немного идеологии. Наверное. Так, библиотека. Это значит... Хотят кавалерию. А тут у нас есть кто обороняет? А, да, есть. Туда пока кавалерию мы не будем. Караван сильно хотят. Ну, блин, ну давайте поторгуйте с кем-нибудь. Биржа, окей. Падка воды. Ну, вода это, да. Я так понимаю, расти не будет город, поэтому придется построить. Ну, пусть дипломат еще один делается. В Веях университет у нас забацали. В принципе, хорошо, биржу предлагают. Или же... Давайте колледж Ньютона. Рим, хорошо. Рим как раз у нас займется строительством каравана, чтобы помочь. Так, отлично. Ну, ты до сих пор спи. Будем еще одного дипломата ждать, только потом уже поплывем. Ты плыть-то будем далеко, если подумать. Охереть, как далеко плыть. На самом деле, от нас тут все очень далеко находятся. Да еще и не факт, что еще нам жопу не разнесут. Год. Уже 4,5 миллиона, кстати. Опять же, при этом так смотришь, вроде бы города и не выросли. Но где-то какие-то там другие, по чуть-чуть. Да, поселенец, конечно, у Помпеи просто, не знаю, там на 500 лет, наверное, работ встанет. Китайцы там нормально фигачат свои чудеса. Ладно, мы в принципе, сколько? 3 делаем, да? Ну, не делаем максимум, сколько могли бы попробовать заказать, так что нам претензий быть не должно. Так, Лунгудундундуни. Стрелок есть. В первую очередь храм, потому что недовольство будет в итоге все равно тут появляться. Так что деньги не такие первые для нас. В плане нужды. Лучше хотя бы храм. Чтоб когда будет какой-то... На каком-то лыве? На 5-м они примерно, наверное, будут бунтовать. Бунтовать-бастовать. А, на праве женщин. Ну все. Теперь-то Китай заживет. Как Япония в современном мире, где женщины
Жает там мужчин так неплохенько. За то, что, так сказать, когда-то у них так себе было все. Опять вы? Да нахрена вы приперлись? Алло, бля. Вы еще в средневековье, главное, живете. Да иди в жопу. Изучаем. И на все похер уже. Я занят. Серьезно? Настолько все хотят этого? Всем насрать на это? Ну как-никак всем. Всегда двоим на это насрать. Но другие молчат, я в принципе их тоже записываю в тех, кому. Как это? Помочь строить чудо света, само собой. Целых 50 щитов добавила. Неплохо, на самом деле, по мне. Ощущение, что будто бы они в двух городах сразу равноправие делали. Только в одном закончили, в другом просто поменяли технологию. Кстати, это на самом деле умно, если так подумать. Как умно? Не сказать, что может быть прям умно, но... Так, в Неаполе у нас пихтура делается, я так понимаю. Знание, сила. А у нас тут обычной библиотеки нет. Тогда вот... Пицца. Так, у нас здесь появилось, в принципе... Может быть, в науку немножко даже давайте ударимся. Попробуем, как минимум. Посмотрим, будет ли Неаполь негодовать. Если будет, то... Сделаем им одного бомжа, чтобы они радовались. 1752. Количество лет все уменьшается. Ну, в плане прибавления. Раньше у нас вначале вообще там по 40 лет проходило, а теперь... 52 это сколько получается? По одному году, что ли, теперь уже? Капелла завершена. Магикяне обломались. Мы там вроде бы ее тоже делали, придется что-то новое. Да, недовольна. Ну, что ж поделать, значит, бомжа одного делаем. Давайте сразу библиотеку бахнем, хрен бы с ним. Так, город, дипломат, отряды есть. Охренительные лучники. Пать, поддержка из этого города. Сформовать, задействовать. Так, ну тогда тут создадим какого-нибудь нам. Кто тут по обороне лучше? Блин, стрелки в атаке очень хороши. Да, лучше их. Ура, кораблик! Мечты сбываются. Газпром. Друзья, мы наконец-то что-то делаем. Спустя хер знает тучу времени. Мы плывем в какой-то город теперь. Я даже примерно, ну, примерно догадываюсь, какой. Но нам направо херачить еще очень долго, прежде чем мы там хоть чуть-чуть сможем определиться, куда нам плыть. Так, кстати, Неаполь, надеюсь, там... А, ну да, надеюсь. Тайцы предприняли Адама Смина. То, что мы делаем. Нормально устроили. Самое главное даже не посмотреть, воюют там кто-то друг друга или они. Ага. Летит. Маяк. Окей. Мне это нравится. Нет, тут спрос на продовольствие. Подтвердить собой. Неаполь библиотеки. Всем теперь доволен, Неаполь. Ну давайте до биржи.
Ох уж эти лукдуни! Ой, 100 лет, 100 зим! Перестали расти, конечно. Стоило об этом вспомнить, как тоже фигак выросли. Красавчики тогда. Тут продолжим Помпеи помогать с чудом. У нас все в этом плане ровно. Иза пока что тоже работает на чудо света. Ну хер ли, 50 щитов прибавлять, это плохо. Все. Вот что библиотеку накрывает. Блин, такая, конечно, крутая технология была. Электричество. Кто-то первый изучил, походу. Даже не походу, а так и есть. Дем-дем-дем-дем-дем. Печально, печально. Очень хорошо помогало по технологиям. Фундаментализм. Разрешает одноименное правительство. Фанатики 4-4-1. А, вот электричество. Но мы, пожалуй, амфибию пока выучим. Фундаментализм. Да, по-моему, республика до сих пор работает. Или начать революцию. Хер знает, на самом деле, сколько будет лучше, хуже. Ну давайте, может, попробуем ради интереса, все-таки сменим. На фундаментализм. Но это очень плохо в плане науки. По 32 хода теперь ждать, конечно, новых открытий, это жестко. Это очень долго. Революция. Давайте к республике попробуем вернуться. Мне просто интересно, сколько там будет наука. 8 ходов. Денег мало, но 8 ходов. Даже пускай 10 и доход 157. Даже пускай так, но это не 20 с хером. Пускай 10 лучше. Да, в жопу всего шухера. Возвращаемся в республику. Блин, республика для науки это просто идеально. А нам так или иначе нужно изучать побыстрее все. Мы определенно отстаем. Мы же третье место занимали постоянно. И сейчас не факт, что вообще там остались. Науки могли и скатиться. Фундаментализм это по сути как раз для прибыли хорошо. Наука откатывается прилично в жопу. Так что ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. Антимэр в панике. Какого хрена? Вы, сукины дети, недовольны. Излишки, да? Жандоны штопаны. Вот вам бомж. Радуйтесь. Пока донация радуется, что у них бомжары есть. Логика превосходная. Неапол. Надо бы на самом деле посмотреть, куда у нас там пойдет. Сейчас кораблик поплывет, пойдет. Хорошо, восстановят. Караван, какие товары повезет?
вопрос на продовольствие, он просто поможет нам в деях. Ну куда-то сюда, само собой. Во Францию, в Париж. К испанцу вот один город. Ну, испанец здесь еще, скорее всего, сидит. Ну куда-то, в общем, туда, сюда. Так, я, кстати, не помню, надо ли этому кораблю держаться именно земли. Джунгли, дорога. По 24 золотых хода. О, что-то новое. Бомжи нужны, да? Понял. Минус деньги. Чудо света забацать. Рисковать все-таки не хочу с дипломатами. Вот когда дипломатов высажу, можно будет рискнуть, проверить. Просто не помню, но вроде этот корабль тоже не может отходить от земель. И далеко, короче, не уплывет. А если это так, то все плехо. Крикнул Евгений Антоха. Бля, уже 5 миллионов. Откуда вы только там строгаете их? Папа Карло просто, я не представляю. Знаете, по-моему, жены трясутся в городах, так сказать. Просто знаю, сейчас муж придет и как заебенит по самой ляхе. Что это? Золото? Деньги? Короче, какое-то чудо для экономики, я так понимаю. Поможет нам Inquiry, Nature and Caves, Wild of Meteons. Традиционная компания. Охуенный шрифт. Я и так не сильно-то понимал, а тут... Ну, короче, что-то с золотом вход увеличивает. Большое спасибо. Так. Город. Егеря появились. А мы пока что будем делать кого-то для защиты. Это кавалеристов. Так, ну да. Теперь ты не сильно-то и нужен. Ну, спать, наверное, не знаю, на кой ты нужен. Если будем какое-то еще чудо строить, тогда пригодится. Пока пускай отдыхает. Наша эра 1768. Интересно. Народ решил отметить. Да народу только дай повод. Но отмечается, будь здоров. Ну что, давайте стульчак улучшим как-то. Ну все, ну теперь трон средневековый хотя бы, а не просто деревянное говно.
Лукдуни построили храм. Первое говно, которое они смогли сделать. Честь им и хвала просто за это. Ну давайте, чё, рынок. Краски, мех, золото. Ну, золото вроде как толком никому не было нужно на этом континенте. А вот меха нужны были, краски вроде бы не особо. Давайте рискнем меха. Надо было заранее, конечно, подумать об этом. Но теперь надо выяснить, куда повезем меха. Вот. Краски! А не, спрос у них. Они тоже предлагают. Так, ну мы взялись за меха. Шелк, само собой. Тоже краски предлагают. Скорее всего, в итоге никому не надо будет. Да. Все и так этим говном барыжат. Да-да, тоже краски. Господи, охренеть. Тоже краски. Тоже краски. Это только если в соседнюю... Блин, в соседнюю страну, кстати, можно попробовать привезти. Что у нас? Что у нас тут строится? Театр Шекспира? Как построится? Покупать пока не буду, слишком дорого. Как построится? Организуем тогда еще один корабль, повезем, не знаю, к сусидам. Что еще делать? А ты пока просто вниз туда пойдешь. Будешь ждать стоять кораблика. И с французами и испанцами попробуем подружиться. Я так понял, в этой, ну, во второй части нету торговых именно водных суденышек. Это единственное, как мы могли бы торговать с кем-либо. Но нас этого... Нам этого, точнее, здесь не предоставили. Это уже только... Ну, только в пятой части. Помню, четвертую и третью я не играл вроде бы. Так, каравена, построили водопад. Хорошо, хорошо, наверное. По-любому уж, наверное, хорошо. Но, возможно, церковь. Недоволен, церковь вам нужна. Нет. Ни хрена вы там себе наглые. Так, может высадить, на самом деле, кого-нибудь? Пускай хоть вручную ищет новые страны. Мы куда вообще плывем-то? А, ну тут так или иначе Китай. Ой, блин, Китай. Франция. Тогда мы поплывем им в Испанию, а ты будешь именно пытаться китаёзов нам нащупать. Нам... Как-то так. Может, где-нибудь тут поблизости городок у них есть. Так, глядишь, попробуем подружиться. Главное, чтобы его не завалили при этом. Я не помню вообще, охотно ли атакуют, атакуют дипломатов здесь. Или неохотно. Это нужно смотреть. Построил театр Шекспира. Допустим. Шайра. Викяне. Ну, солдаты их не прибыл сюда. Прям молодец. Хотя не, у них это... Блин, а здесь-то тоже херней занимаюсь. Здесь тоже можно сделать, чтобы потом кому-нибудь притараниться. Допустим, не знаю, золото. Слушай, ну это уже было создано. Гова? Давайте что-то другое тогда. Татую свободы хотите? Допустим. 5 лямов населения. Понятно, это оказался отдельный островок. Так, Антиум, Антиум, Антиум. Давай тогда Антиум у нас построит. Сила, оборона, ход. У Галеона атаки нет. То есть оборона. А смысл тогда Галеона? Это просто транспорт. Новый. Тот корабль все уже у нас исчез. Серьезно. Судно без атаки. Может быть, Галеон занимается транс... Это... фигнёй? Ну, давайте сделаем ради интереса тогда.
Ты иди пока в Помпею. Ходить ты умеешь. Да, но это сколько ходов мы потратим пере... Ой, господи, прежде чем притойти до кого-то. Ой, жесть. Ну тут остров такой мирный нам выпал. Просто супер в мирное время живем. Никто нас не плющит, ничего не делает. Только местные бунтуют иногда из-за того, что бомжей не хватает в стране. Где обоссанные подъезды, сука? Где? Я что, зря плачу налоги? Как бы кто насрал под дверь? Тварь, а не чиновник. О! Карфаген, господи. Я... Да, я буду ждать тебя. Нет, пускай идет. Да, я буду ждать тебя. Ну, давайте подожду тебя в зале. Я направлю к вам он, великий мира сего. Консул Ганнибал из Карфагеняния. Что это за образец подражания для всех? Но... Наш народ все больше завидует вашему образу жизни. Только правая машина может успокоить его. Нет, ваш народ не готов получить это. Ну, давайте дружить. Мы подготовили постоянный мирный договор о дружбе между нашими народами и установлении наших... Да, мы подпишем мирный договор. Предлагаем вам сделать. Обменяться знаниями. Мы не заинтересованы обменяться знаниями на данный момент. В гуёбок. Союз? Нет, мы не открываемся с беспомощной цивилизацией. Охуеть. Вот это грёбаный мир! Сука. Советник хочет, чтобы мы с кем-то... И что нам это дало, советник? Ну, советница, я бы тебя в жопу выебал бы. К тому же баба ты симпотная. Охренеть, блин. Вот это посоветовало. И что нам это, блядь, дало? Взяли, подарили на халяву технологию, и в итоге ни мира, ни ничего. Только то, что границы. Что, по сути, нас ограничивает таки как раз. Просто говноеды какие-то. Ну ладно, хотя бы знаем, что эти уроды здесь живут. Оказывается, рядом с китаёзами. Пыри-то, а? Охренеть. Римские ученые амфибию открыли. Ну, это нормально. Оу, паровые сооружения. Теория атома, давайте хуящить. Что-то я уже не против там что-нибудь атомное создать. Короче, министерство удружило, прям не могу. Ладно, пойдем к китаёзам. Что делать? И на этом, друзья мои, сохранимся и, пожалуй, на сегодня закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Можете поставить лайк, вы можете быть цивилизованным человеком, написать комментарий, а также, если вы вообще, так сказать, житель великой страны, как вы себя считаете, быть может. Ну или просто житель какой-то страны, можете подписаться на канал. Также, друзья, желаю вам счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постараюсь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг, потому что если этого не делать, мир так и будет, скажем так, ухудшаться. Поэтому все зависит от нас, и я в конце каждого видео даю мини-задание, которое может выполнять лишь каждый. В этом видео будет такое задание, когда вы проснетесь, обязательно встаньте на правую ногу. Вдохните. Выдохните. И просто скажите себе: сегодня у меня будет отличный день. И меня, даже если что-то будет беспокоить, я максимально быстро успокоюсь, потому что на самом деле нет ничего, что могло бы сильно повлиять на мое психологическое состояние. И, так сказать, на мое мышление. Так что давайте стараться мыслить позитивно и быть на позитиве. Хоть какого-то. Хоть выходить на позитивную волну. На этом всем спасибо, друзья. И до новых высоту речь. Пока-пока.